частые ошибки, которые выполняют в приседаниях, в принципе, независимо ли это гак приседания или обычные приседания. Во-первых, если не проработали ягодичные, видите, она останавливается практически на половине. Я не говорю, что не будут работать ягодичные, будут. Теперь Чарли советует садиться глубоко вниз, до самого низа. Поверьте мне, это намного сложнее и намного больнее, но зато посмотрите, насколько больше растягивается ягодичная и будет работать намного больше.